Кабардино-Балкарии нет проблем, связанных с выдавливанием местных работников гастарбайтерами. Об этом заявили в Республиканском госкомитете по занятости населения, комментируя призыв президента России ужесточить закон о миграции, чтобы заменить иностранную рабочую силу местной. Республика относится к территориям с большой плотностью населения и считается трудоизбыточным регионом, пояснили в ведомстве. Поэтому ежегодная квота на привлечение иностранных работников незначительна. В этом году она составляет 958 мест. На следующий год квота сокращена на сотню. Основная масса мигрантов трудоустроена в строительной отрасли. Часть занята на совместных предприятиях, где необходимы иностранные специалисты для обслуживания современного оборудования. За первое полугодие этого года было всего привлечено около 40% заявленных работников. Если даже всю квоту мы выберем и пригласим к себе на этот год, предусмотрено 958 иностранных работников, это займет всего 0,08% от всех работников, задействованных в сфере, задействованных работников в республике.